Приветствую всех на канале VGames. Мы продолжаем играть в Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Чуть не сказал Shinobi Striker. У нас режим турниров. Мы начинаем играть за Кидомару. Напоминаем, что мы просматриваем дополнение Четверка Звука. Оно уже вышло очень давно. И эти персонажи самые классные. Не то, что они самые классные, в общем, они редкие. Мало этих персонажей было в старых играх по Наруто. Только, по-моему, в Ultimate Ninja на PS2. В общем, он сражался с Нейджи. Поэтому против нас ставим Нейджи в надежде увидеть завершающий фактор. Потом что, Джироба? Джироба, мы за него играли уже. Джироба будет сражаться с кем? Жирненьким Чоджи Акимичи. Извините, фанаты Чоджи. Я знаю, что не жирный, у него кость широкая. Все это прекрасно помните. Так, Сакон и Кон сражались против Кибы. Но мы все прекрасно знаем, кто их завалил. Я не особо это знаю. Я не смотрел первый сезон, но я знаю основные события. В общем, и таю я против Шикамару, да? Надеюсь, я ничего не путаю. Тихо-тихо, против Конан. Это я слишком меня загнал, конечно. Против Конан. Кидомара и Нейджи. В общем, весь список меня турнирной лестницы устраивает. Кидомара против Нейджи. Локация. Ну, у нас тогда был лес... Мертвых деревьев, теперь вот лес смерти. Вот этот надо было, арену вот эту надо было ставить, потому что они сражались в лесу смерти, по-моему. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой канал и обязательно ставьте лайк, если вы хотите больше видеороликов по Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Обязательно комментируйте. И ставьте лайк, если вам нравится персонаж Кидомару. Кидомару у нас как спамер. То есть у него атаки на кнопку сюрикена, скажем так. Обычные атаки у него всего лишь одна. Блин, Нейджи он сильный. Начинаем обычную атаку. Прямую, скажем так. Ух ты. Да блин, я хотел обычную атаку провести. Давайте теперь используем... Да блин, Нейджи вообще дикий. У меня уже так решил подмен. Итак, нижняя атака с сюрикенами. Заканчивается комбо паутиной. Теперь верхняя. Да вообще не знаю, как с ним сражаться. Он постоянно отражает дэшами, подменами. Не люблю особо. Как это он так сделал? И что вот это дает? А, ну мы можем полететь. Ух ты. Призыв Великий Паук. В общем, если мы зажимаем способность, то у нас появляется большущий паучущий. Он еще хотел нами свою тюкингу сделать. Ой, я без подмены. Ой, я не понажал еще придачу. Да, уходи, уходи от меня. Да все, ребята, это жопа. Я не знаю вообще, за Кидомару я просто зафейлюсь сейчас. Не, ребята, пробуждение пока сделать я не буду. Забьем его. Получил суровый разрыв. Проклятая метка. И что это? Это завершающий фактор или нет? Ну, надеюсь. Кадр, по крайней мере, был с аниме первого сезона. Блин, Кидомару как-то сложно было. В общем, я люблю персонажей как ближнего боя больше, типа как Джироба, что был. И не люблю вот дальний бой, потому что, ну, как-то сложновато. Первый бой за нами, Нейджи отдыхает. Так, Джироба или Чоджи? Вот в чем вопрос. Чоджи, все как в аниме. Значит, мы будем сражаться с Чоджи. О, Киба убила 5 Сакона Юкона. Но в этот раз Шикамару завалил Таюю. Все как в аниме, слушайте. Дети нагибают четверку звука, в общем. Так. Не-не-не-не-не, давай без мясного танка.
Кстати, захват надо же сделать. Посмотреть, какой у нас будет захват. О, ну да, еще попади. Так, смотрите, это обычная дюцу. А теперь мы на полную накопим его. Вот, паук. Так. Можно сделать захват на тебя, чё уже? Нельзя? Я все-таки попробую сделать. Да блин. Мне так не нравится, что эти захваты так... Ай, ну ясно. Все, отлично, я пополнил захватом. Пишите в комментариях, как называется оружие Кидомару. Ну, понятное дело, что он луком пользуется, но вот эти бананы, бумеранги, не знаю, что это. Я не смотрел первый сезон, напоминаю, поэтому я не в курсе вообще. Ставьте лайк, если вам нравится Кидомару. Но если честно, мне вот в данной игре как-то он не нравится по боевой системе. Так, ладно, давайте поддадимся, надо пробуждение посмотреть. Ха, конечно, комбинации у Чоджи очень интересные. Бей меня, ну, жиробасина. О, теперь лучше уйди. Да уйди ты. Давайте его оттолкнем, потому что мне нужно пробудиться, как-никак. Картинка прикольная. Ого! Он на пауке ходит. О, прикол. Ничего себе. Ух ты, супер. Капец, а посмотрите, какой он. Это просто жесть. Пробуждение у него супер. Блин, это было быстро, но это было классно. По пробуждению мне он нравится. Пробуждение у него вот что надо, супер. Ну окей. У нас были одинаковые шансы просто. Эти дети просто что-то с чем-то. А, ну вот, смотрите, это было все-таки... В прошлом сражении был все-таки завершающий фактор, связанный по аниме. Игра окончена. Победитель Кидомара. Ну, с Чоджи было попроще, чем с Нейджи. Нейджи был какой-то дико шустрый. Это что-то с чем-то, в общем. Кидомара тоже прикольный персонаж в плане пробуждения, вот. А так, боевая система мне его вообще как бы не заходит. Шикомару. Что ж, полуфинал. Полуфиналист, вернее, у нас Шикомару. А может еще и я. Может, меня сейчас убьет. Ребята, я поддавался, потому что я хочу сделать пробуждение, но я потом вот вспоминаю, что еле наносил урон пробуждением. Ну, это как действует, как обычно, сюрикены. Они любым рывком ниндзя отражают эти атаки. Поэтому, ну, такое себе, если честно. Да ты успокойся, Шикомару. Блин, слишком поддаемся. Вы смотрите, у него очень много хп еще осталось. Лишь бы мне финалистом, о, полуфиналистом не стать. Так. Просто не подпускает. Вот это называется спамер. Все, теперь можно начинать процесс пробуждения, использования второй проклятой метки. Уровня второго. Ты издеваешься? Можешь мне втащить просто пару раз? Ой, придурок. Все. Нет. Да. Господи, что за дичь? Да блин! Слава богу, он ушел. Мне бы сейчас была жопа, потому что я просто застопорился, и я не знаю, что делать. Это прикол такой. Ну, смотрите, полуфиналистом будет все-таки Кидомару. Да он, понятно, это сдалека, сблизи, атакуем пауком.
как он так может наносить урон такому гигантскому пауку? Да я еще попасть не могу даже. Пробуждение, конечно, у него классное, но это просто какой-то дичь. Я попасть просто не могу банально. Опять, смотрите, напряженный момент. Все, я рад, просто рад, что это заканчивается, потому что... Ну просто нет слов. Кидомару — это просто отвратительный персонаж. Может, в аниме он нормальный, классный, но здесь он сделан отвратительно. Я не люблю персонажей даже на дальнего боя. Это так мучительно, это вообще... Мне вот как Джироба подавайте, и я буду счастлив. Итак, победитель Кидомару. Второе место Шакамару, третье место Чоджи и Киба. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Пишите комментарий по поводу Кидомару. Мне он не понравился, я повторюсь. Не могу играть с персонажами дальнего боя. Ну и либо я просто полнейший, я просто был в замешательстве. Всем спасибо за просмотр, всем.